улицам Ставрополя пронесли крест, освященный в Иерусалиме, чему был посвящен крестный ход. Интерес к чтению ставропольцев не угасает, в этом убедились в день православной книги. Ставропольская епархия готовится ко дню памяти митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона. В августе 2015 года митрополит Кирилл вместе с духовенством Ставропольской епархии отправился в поездку на Святую Землю. Одной из главных целей паломничества было освящение в Иерусалиме креста с последующей доставкой святыни в Ставрополь. Ольга свидетельствует против тебя. Не отвечал им ни на одно слово, так что проведи. 14 августа крест освятили в храме гроба Господня. А затем паломническая делегация пронесла святыню по крестному пути Спасителя. Совершив 14 остановок, связанных с последними днями земной жизни Иисуса Христа. И святое воскресение Твое. В конце месяца крест был доставлен в Казанский кафедральный собор Ставрополя. С тех пор митрополит Кирилл заложил новую традицию – проносить распятие по улицам города дважды в год. 26 сентября, накануне Воскресения Креста Господня, крест будет переноситься из Казанского кафедрального собора в крестовоздвиженский храм нашего города на улице Голенева. И там будет находиться с этого праздника Воздвижения до крестопоклона недели Великого Поста. А накануне недели крестопоклонной он будет переноситься в Казанский кафедральный собор, находиться здесь страстные дни, пасхальные, и так полгода до праздника Воздвижения. 10 марта этого года в Ставрополе прошел крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Под пение тропаря «Кресту Христову» святыню пронесли от крестовоздвиженского храма до Казанского кафедрального собора. Множество людей уже традиционно принимают в нем участие. Но сейчас эта благочестивая традиция, она нам позволяет не только в случае бедствий каких-то это все предпринимать, а как бы благодарность с помощью, ну, как бы как вариант выражения своей христианской позиции. Торжественное, конечно. Ну, сейчас вообще Великий пост, такое настроение покаянное, так сказать. Слава Богу, что пришли, молиться будем. Да, очень приятно, что такое количество людей присоединяется к этому мероприятию. С каждым годом все больше людей. Это радует. Крестный ход был совершен накануне крестопоклонной недели Великого Поста. Она является напоминанием о страданиях и смерти Господней, воодушевляет и укрепляет верующих продолжению подвига поста. Данная неделя крестопоклонная является в честь того, что совершил Господь и Бог наш Иисус Христос. Он совершил спасение. На кресте Он восстановил единство человеческого естества и божественного естества. Благодаря этому мы с вами имеем возможность входить в единство с Богом. Мы поклоняемся тому, что сделал Христос. Мы поклоняемся той силе, которую Он принес на землю. Сразу после шествия началось всенощное бдение, которое возглавил митрополит Кирилл. Во время богослужения из алтаря на середину храма был вынесен крест, которому поклонились священнослужители и прихожане. Этот крест содержит в себе частицу животворящего креста Господня, на котором был распят Спаситель. Святыня была доставлена в Ставрополь в конце 2015 года из монастыря Ставровуни, который входит в тройку главных монастырей на острове Кипр и считается самым древним. Именно здесь 4 века хранится подножие Святого Креста, привезенное святой царицей Еленой после обретения креста Господня в Иерусалиме. Поклонение кресту Господню призвано напомнить верующим о том, что путь к воскресению лежит именно через крест. И спасение души невозможно без борьбы с грехами и страстями, без скорбей и страданий. Обратно в алтарь крест уносится в пятницу 4-й седмицы Великого Поста. 11 марта в сам праздник владыка совершил божественную литургию в Казанском соборе Ставрополя. За литургией митрополит Кирилл рукоположил диакона Иоанна Сироева в сан иерея. Аксиус!
По завершении божественной литургии было совершено славление и поклонение честному и животворящему кресту Господню. В конце 2009 года Священный Синод постановил отмечать День Православной Книги 14 марта. Сегодня этот праздник знают и любят все, кто может по достоинству оценить православную литературу, которая является духовной в свете евангельской истины. Инициатором этого праздника был святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Приурочен этот праздник к историческому событию появлению на свет первой на Руси печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол». Издали эту книгу 14 марта 1564 года. Для каждого человека книга, по сути, является учителем жизни. Именно она с малых лет формирует наше мышление и сознание. Православная литература – это не только Святое Писание и жития святых. К ней можно отнести всю литературу, которая раскрывает красоту мира, созданного Богом, глубину и сложность высшего Божьего творения – человека. Сокровищницей православной литературы можно назвать библиотеку Ставропольской духовной семинарии. Приблизительно фонд библиотеки насчитывает 35 тысяч томов. Одной из главных книг, которая хранится в нашей библиотеке, является Библия, Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Бытует мнение, что современному человеку читать некогда. Учеба, работа, семья и, конечно, интернет не оставляют свободного времени. Наша съемочная группа смогла доказать обратное. Сегодня люди читают не только современные книги, не забывают они классику и научную литературу. Я читаю на данный момент книгу «Марк Леви. Где ты?». А профессиональную медицинскую литературу. Я последнюю книгу прочитала... «Любовь обремя чему» последнюю книгу прочитала. Обломов, Гончаров. Лотер Гюнтер Гюнхайм, «Лодка». Это мемуары журналиста немецкого. Он ходил. Описание боевого похода лодки во время Второй мировой. Пауло Коэльо, «Алхимик». Ну да, да. Пауло Коэльо. Научные в основном. Ну, научную литературу. А такое да, что-нибудь там классику, там художественную? Историю государства российского читаю, когда свободное время есть. Очень приятно. Но... А вы что читаете? А коллега у нас из Португалии, он по-русски не говорит. Продолжается Великий пост. Время духовного совершенствования. Каждый из нас должен постараться что-то приобрести, узнать, чему-то научиться. В этом нам помогают священники и, конечно, книги. В них собрана величайшая мудрость великих угодников Божьих. Главное – не забывать про Евангелие. Например, своим прихожанам и самому себе мы определили такое задание на Великий пост – прочитать Евангелие. Потому что это необходимо для того, чтобы нам вспомнить, тем более вот в эти дни Великого поста, как нам досталась эта пасхальная радость, какой ценой куплено наше спасение. Нам это важно не забывать. Поэтому это обязательно. Каждый день понемножечку нам нужно читать Священное Писание, в первую очередь Евангелие. Ну и, конечно же, труды святых отцов и труды современных богословов церковных. Сейчас, слава Богу, этой духовной пищи у нас предостаточно. Церковные книжные лавки исполнены многими сокровищами, нужно только прийти, открыть и читать. Но я, поскольку очень люблю все, что связано с Грецией, вот, конечно же, люблю читать труды греческих современных старцев, богословов, вот Паисия Святогорца, например, Порфирия, преподобного Порфирия Ковсоколевита. Это удивительные истории. Не нужно забывать и о нашей классической литературе, ибо наши великие такие писатели, как, например, Достоевский, он актуален во все дни и всегда. Вот недавно, бывая в Греции, я удивился тому, как много книг на греческом языке переведенных к произведениям Федора Михайловича. Греки с удовольствием читают. Произведения Федора Михайловича, да и большинство книг, можно читать в бумажном и электронном виде. У каждого формата есть сторонники, плюсы и минусы. Наверное, здесь главное дело привычки. Ну, вот электронные удобнее, конечно, читать, в том плане, что они всегда под рукой.
Вот. Это удобно, потому что в дороге, в поездке какой-то проще достать там планшет и прочитать. Но дома, когда я нахожу, конечно, бумажные. Совершенно не важно, на каком языке написана та или иная книга, или в каком формате вы ее читаете. Главное – открыть свое сердце, чтобы принять благодать, которую вы из нее почерпнете. Правильно выбранная книга может открыть для человека многие истины и даже повернуть жизнь в иное русло. На предстоящей неделе, 21 марта, исполнится 15 лет со дня смерти митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона. Ставропольскую и Бакинскую епархию владыка возглавил 25 января 1990 года. За это время на Северном Кавказе построили сотни храмов, значительно увеличили количество приходов. Митрополит Гедеон был известен своей миротворческой деятельностью. На Кавказе был инициатором многих конференций по проблемам мира. Вот фрагмент интервью митрополита Гедеона из нашего архива. Я молитвенно шлю вам всем через вас благословение, добрые пожелания. Бог вам помощь, счастье, мира, добра и радости и всего-всего хорошего. О митрополите Гедеоне многие священники вспоминают с особой теплотой и сердечностью. В частности, протоиерей Игорь Подосетников считает владыку своим духовным отцом. Ведь именно он помог тогда еще студенту исторического факультета Игорю Подосетникову стать священником. Для себя лично я вспоминаю тот момент, когда он назначил меня в Михайловск настоятелем и благочином, еще совсем молодым человеком. Я, конечно, нуждался в поддержке, в защите своего архипастыря. И об этом просил его. И владыка пообещал приехать на второй или третий день Рождества 2002 года служить у нас службу. Это было мое первое богослужение как настоятеля, когда я принимаю архипастыря. Я, конечно, готовился к этому. Но владыка заболел накануне, очень серьезно. Температура поднялась, и врачи ему не рекомендовали ехать, конечно же, на службу. Но он поднялся с тяжелейшей температурой. Почти до 40 доходила температура. Еле ходя, но он сказал: «Я пообещал отцу Игорю и пообещал Михайловцам, я приеду». Когда он приехал, мы-то не знали, но когда он приехал, мы видим, что ему очень тяжело. Но он служил службу, сказал слово, а обратно уже его увезла скорая помощь. И оказалось, что у него было двухстороннее воспаление легких, представляете? И он вот в немощи такой, но если он пообещал людям, он выполнил свое обещание. И для меня этот урок остался на всю жизнь. Его доверие, его вера, его уверенность в людях, в том, что Господь тех, кому ему послал, с этими людьми надо трудиться, молиться, работать вместе с ними ради Царствия Божьего. Владыка тяжело болел. Последний раз служил 8 сентября 2002 года в Андреевском соборе Ставрополя. Здоровье лишь ухудшалось. Митрополит Гедеон скончался 21 марта 2003 года. Его похоронили в ограде Кафедрального собора Краевого центра.